Оп, стоп. Давай, 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 давай. Есть. Вот это да. И покемон у нас в руках. Всем привет. Привет. Друзья, мы сейчас будем устраивать челлендж под названием как? Под названием игровой аппарат челлендж. Челлендж игровой аппарат. Мы будем вот здесь вот пытаться выиграть разные игрушки. Получается, смотрите, у каждого будет по одной попытке. По одной попытке в этом автомате, потом мы пойдем в другой автомат и там попробуем. Мне кажется, вот честно говоря, вот уже в этом автомате меня что-то смущает. Мне кажется, что тут, ну, обманывают, мягко говоря. Давайте попробуем. Ну, давайте попробуем, да. Три игры, 60 рублей. Давайте попробуем. Первая моя попытка, первая я начинаю, после меня идет мама, а потом Милана. Ну, давай. Ну что, погнали. Так, какую мне игрушенцию хватать, как вы думаете? Мне вот, вот этот вот, вот этот вот. Что это, непонятно? 30 секунд у тебя. 30 секунд у меня. Сейчас, я пытаюсь. Раз, два, три, помираю. О, даже словил. Я же сказал. Тут обман. Знаете, в чем обман? Вот эта штука, она сильно болтается часто. Есть аппараты, где эта штука не сильно болтается. И там действительно, мы вот в Астане как-то были с Миланой, выигрывали. Как где-то еще. А здесь она сильно болтается, я уже их немножко умею отличать. Ну ладно, давайте выпробуем. Я даже не знаю, кого мне попробовать. Пробуй какую-нибудь, знаешь, поймать маленькую игрушку. Вот смотри, вот это нормально. Ну, это тот же, кого я ловил. Да. Ну, пробуй, еще бы я туда. Не, наоборот, туда. Уже не важно, мама, нажимай. Она даже, если я не нажму, сама нажмет. Вот видите? Причина-то, он ловит, но он кидается. Милаша, давай, сейчас Милаша. Твоя попытка, давай. Подожди. А, Милана, Милана сразу. Не глядя. Зачем ты нажала на кнопочку? Итак, в челлендже в этом победил никто. Победил никто. И мы идем к другому аппарату пробовать другие штуки. Ну что? Ну что, мы пришли к другому аппарату. Друзья, сразу могу сказать, что этот аппарат полная неправда. Ну попробуем. Мы все равно попробуем. Давайте, кого вы хотите, чтобы я попробовал поймал? Попробуй вон того хрюшку, мне кажется, нет, есть возможность. Пэку хочу. Пэку, а как ее поймать? Нет, тут надо что-то, что посередине, ближе туда, да. Вот где-то там. Игрушки, кстати, здесь клевые. Тут Пеппа, тут диснеевские игрушки. Друзья, нажимаю кнопку, пробую что-то поймать. Открывается моя огроменная щупальца. Ох, как она это все хватает. Что-то она так долго там, бедная, схватала. Я же сказал, ну это аппарат обманывает тоже. Аппарат обманывает. И, кстати, мы идем, ходим в торговом центре, нету нигде нормальных аппаратов. Давай, мама, ты. Может быть, нам хоть кому-то удастся одну игрушенцу поймать? Не знаю. Кого ты хочешь поймать? Время истекает, смотри. Кого ты хочешь поймать? Как ты говоришь, вот туда. Ослика? Ну, вообще, я думала на ослика, честно говоря. Почти схватил. Ну, почти схватил собачку. Можно попробовать сейчас собачку сделать. Ну, тут сразу, я говорю, без вариантов было. Sega UFO Catcher. Ну, давайте так, это будет челлендж, показывающий всем, какие аппараты... Нечестные. Какие аппараты не помогут вам выиграть игрушку? А такие есть, которые помогают, на самом деле, есть. Ну, есть, мы с ней в Астане вот выигрывали, классный аппарат там был вообще прям. Даже, еще чуть-чуть. Он даже за ногу я схватил, но он не может поднять. Эх, обман. Идем дальше. Ну что, мы пришли к другому аппарату. Какой-то бульдозер. Ну, попробуем. Милаша, кого ты хочешь, чтобы я выиграл? Соник. Да уже не двигает. Ой, а что он не двигает его? Ну, что это такое?
Это не получается, надо было. До конца додвинься. Я что-то не так и не понял. Ну, в общем, это нажимай только в самом конце. Тигра пытаемся выиграть. И мы выигрываем тигра! Есть! Ну хоть одна попытка удалась, друзья. Милаша, доставай! Итак, папа у нас 1-0-0. Классно! Теперь ты? Давайте. Итак, вот она, наш тигренок, которого мы выиграли. Классно. Ну хоть, да. Хоть так, хоть где-то аппарат какой-то не обманывает. Давай. Так. Если хочешь, можешь в любой момент остановиться. О, давайте дальше. Вверх поднимайтесь теперь. Так. И вот эту хрюшку попробуйте выиграть. Нет, нет. Смотри. Ты выиграла. Поднимай. Еще одну хрюшку Милаша выиграла. Это мамина хрюшка. Ой, а там Пикачу, покемончик. Вот его бы выиграть. Покемон Гоу. Это кто, Нюша? А, я не знаю. Покемон Гоу. О, Милана пошла наверх. Милашечка, давай, не отпускай. Не отпускай. И как только ты отпустишь, она сразу пойдет. Попробуй покемончика. Ну, ты мне сильно, кажется. Ну все, отпускай. Нет, поздно. Поздно, да? Пушка. Надо было чуть-чуть ближе сюда. Ну ладно. Ну сейчас папа попробует покемончика выиграть. У Миланы уже две игрушки. Давай попробуем пони и покемона. Так, получается... Давай, пони. А, вот так, да? Все, поднимай наверх, секунды идут. До самого верха смотри, там есть еще возможность пони словить. А мне кажется, нет. Ну или покемона. Ну ладно, давай попробуем пони сначала. Оп! Ну! Ах, как же так? Не получилось пони. Не дожал, папа, не дожал. Пони. Да, попробуем пони. Попытка номер два. Выигрываем пони. Мы очень хотим пони. Я хочу пони. Ну давай, пони, давай, иди к нам. Давай. Есть! Доставай ее. Ну-ка, где? Ты счастлива? Папа будет пытаться сейчас покемончика выигрывать. Папе все-таки нужен покемон. Мне нужен покемон Go. Сейчас, дочь, открою. Пожалуйста, нам нужен. Как вы думаете, попаду я или нет? Да попадешь. Оп, стоп. Давай. Есть. Вот это да. И покемон у нас в руках. Милана, у тебя сегодня столько игрушек. Ну, друзья, вот этот автомат не обманывает. Вот это уже все по-честному. Ну-ка, покажи. Вот такая у нас поняшечка. И расчесочка. Пикачу. И Пикачу. А тут и Нюша. Нюша. Можно сказать Нюша. Да, будем называть ее Нюшей. Да, на, вот твоя пони. Ну, я не знаю, друзья, как вы считаете, кто выиграл в этом челлендже, сложно сказать. Напишите в комментариях. Но я вам могу сказать, что из всех автоматов вот этот самый нормальный. Единственный, да. Ну, давай со всеми прощайся. Да, лайк и подписывайся на канал. Всем пока-пока. Да, пока-пока. На свою кучу игрушек.